Это мальчик. Это мальчик. Привет. Мы пришли в зоопарк. Мы пришли в зоопарк. Пойдем смотреть. Покажи карту, какая у тебя. Такая карта от зоопарка. И мы пойдем смотреть. А почему? Это не карта, это афишка. Вот карта. Такая фишка с тигром. Вот тут такая карта. Крокодил вон там, Алис. Крокодил вон там. Смотри, за стеклом. Вон он лежит, видишь? Отдыхает. Не очень хорошо видно через стекло. Танин крокодил. Маленький крокодильчик. Отдыхает. Да. Отдыхает, да. Ну, плохо его видно. Пошли дальше, посмотрим. Это попугай? Это не попугай. Нет, не попугай. Птички. Такие птички. Странные какие. Такие странные. Смотри, какие хвостики длинные у них. Длинные. Знаю, может быть, когда они открывают этот вот. Нет, это не павлины. Это просто такие тоже. Я не знаю даже. Это такие? Фазаны какие-то. Как фазаны? Ну да, но не фазаны. Какая с длинным хвостиком. Вон они какие ему ходят. Далеко, видишь? Это страусы. Страусы большие-большие. Идет сюда, смотрите. Уже близко, это не уча, это страус. Слишком близко не подходи. Папу такой за пальчик однажды цапнул. Они очень это. Привет, пришел. Вот он, Эму. Ну, мы тебе принесем что-то сейчас, да. Мы с тобой не взяли. Мы что-нибудь купим, принесем тебе. Ты показывай, он голодненький. Листик тоже кушает. Листик скушал. Давай еще дадим. Ну, листики тоже ест. Он наелся. Думаешь, наелся? Ну ладно. Павлин, да. Ой, маленький деребеночек. Не беги, не беги, а то они не беги. Испугается. Посмотри, какие павлины. Ты видишь? Мама павлин и ребеночек павлин. Не бойся, это попугай. Это большой. Смотри, павлин, куда залез, Алис. Ну, от вас он бросит сейчас ребенка. А ребеночка ты не забрал. Смотри, какой маленький. Пищит сразу же. Она боится. Хвостик вот так открывается. Потеряла детеныша. Вон он к тебе пролез. Смотри, раз, дырочку. Вот глупая, он уже пролез. Мамашка заволновалась. Ага. Пошла за ребеночком, смотри. Вон перышко она тебе оставила, Алис, возьми. Перышко красивое возьми. Смотри, какие огромные черепахи. Я не знала, я думала, что это не настоящие, вот такие большие. О, они такие большие, а вон маленькие. Бака прямо на берегу. Ого. Я не знала, что они настоящие. Больше водоема нет, вон их сколько. Видишь, какая черепаха. Маленькие, тут много. И маленькие, и большие. Ой, да. Им иду принеси. Хорошие. О, хорошие этот черепашка, как лягушек. Маленький? Я хочу такие. Да, но ты знаешь, что лиса не все, чего вот такие. Они вырастут вот такие. Они вырастут, будут вот такие огромные, смотри, как их мама. Видишь? Кажется, он сейчас маленький вот. Бегает. А посмотри, вон кушает, сидит маленькая. Вон там. Смотри, она сидит. Ой, и папа. Папа и мама. Папа и мама, да? Папа. Мама. Все. Кстати, только их и сначала. Да, папа, мама. Дедочка.
настоящий. Кто тебе кажется не настоящий? А этот какой фантом сидит, он кашляет. Кашляет? Чего ты взяла? Он кушает там. Кушает он там. А вон, смотрите, какая малюсенькая вон сидит. Смотри, какая малюсенькая вон. Видишь? Выросла. Лежит. Это маленький ребеночек. Маленький бебе, вон она, видишь? Смотри, вот эта мама большая-большая, а вон там маленькая. Тебе не видно, наверное, она прячется, смотри. Ой. Увидела, да, увидела? Ой, малюсенькая. Да. А это от кого? Фламингос. От фламинго. Вот у нас уже где-то есть такой. Да? Я видела, да, моя зайка. Ну, муравьеды какие-то, вот не? Писали бы и здесь номера, вот объектов. Тогда, а вон написано. Что они кушают. Какой красивенький. Это, мама, это почти как и дома такеских. А это так, их да. Мама. Ты думаешь, это их мама? Ну, не знаю, может быть. Вот они, да, хорошие. И тут много должно быть. Ну, они спрятались, им жарко. Они жарко им выстраиваются, так вот столбиками ставят. Ой, вон там сосед. Да, да. Вон там один суслик сидит. Суслик сидит где там? Вон на пенечке сидит один. На пенечке. Вот его посмотрели, кто-то им попал. А другие птицы домой. Блин, Ивана. Иди посмотри тигра. Вон там. Вон это белый тигр. Посмотри, кого она. Вот это они может жить. Это Москва подарила таких. И вон, смотри, какой. Вот и прям близко он. Вон. На солнышке лежит. Видишь, какой красивый дальше. Ой, белый. А в этот фильм он магнит на перевод. Нет, там уже не видно. Какие другие? Другие живут. Их два здесь. Тигры два. Тигры два. Смотри, там леопард. Ой, часы там. Там кто-то там висит. Лежит леопард. Леопард лежит маленький. А, это тоже леопард. Нет, это леопард. Ага. А там кто? Это не кашель. Никто нет. Никто, там леопард. Какой красивый. А здесь он лазит. И там давай пошли. Ой, он не спит у детей. Он спит, да. Пойдем. Обезьянка. Погоди, вот здесь, подожди. Неудобно. Ну да, вот такие стульчики, сидеть обезьян, смотреть. Это совсем неудобно. Ну да. Да. Бежать смотреть. А вот и он удобно. Смотрит на вас. Какой колесенький. Обезьян. Смотри, он к тебе идет. Ой, ко мне. Он тебе идет привет сказать, смотри. Эй, ку-ку. Пошел дальше. Вон какой большой попугайчик. Это мультики Рио там. Да, из мультика Рио. Арбузик. Арбузик он кушает. И кукуруза у него, видишь? Ага. Вон еще два наверху, вон там. Если я песенку про мультик Рио. Quand tu souris, je m'en vais au paradis, je vais se rire. А там кто? Какой-то ослик. Тихо, стекло, не дави так сильно. Кенгуру? Или кенгуру? Нет, это не ослик, это кенгуру. Вот это может сделать очень больно. Жарко, кенгуру лежит в тенечке. Это он прыгает, он может сделать очень больно. Смотри, какой красивый. Это рысь какая-то. Как рысь или кто-то. Как лев. Он как лев. Нет. Как лев, как кошка, только дикая. И дикая кошка. Как рысь или пантера. Ну, какой-то такой же. Лев у него такой. Красивая. Ей жарко, бедная, по-моему. Она ходит что-то. Язычок еще. Идем. Красиво, цветочки везде, но очень жарко. Смотри, сидят вот. Мама и бебе, смотри, она у нее блох ищет.
Вон, видишь? Это вот это мама и папа, наверное, видишь, тоже блох ему еще. Лазит его ручка. Да, ой, такие хорошие. Мучай свой попа. Попа красная. О, идут сюда. О, защищает, западает. Ой, они свалились, нет? Ой, ко мне. Смотри, пришел, Алис. Он меня испугал. Да, он пришел сюда, напугал. Такой небольшой, он меня испугал. Испугал, прыгнул на тебя. Лети, сядь. Осторожно. С тобой и давай. Опять сюда пришел. И ты опять сюда пришла. Искали свой муж этот. Свой муж. Свой муж этот. Объяснила. Какая попа вот такая. Красная такая попа, да уж. Мозоль. Смотри, маленький идет, Алис, вот маленький идет. Вон. Смотрите, он к вам прямо пришел. Его я кормила. Это они рычат так? Ну да, ты что думаешь, это хочу. Он предупреждает, что сейчас я на вас нападу. Ну, а он не может. Они прыгают прямо на тебя, смотрите. Прямо, что-то он, по-моему, больной какой-то. Ну ничего себе. Тише, не кричи так сильно, они сейчас все испугаются и убегут. Алис, и ты не пищи. Все пришли. Как вы кричите, они все сюда пришли. Они играют. Тише, не кричи так. А этот сел, смотрите как. Это его, наверное, детки с вами играть пришли. Ой, Алис. Ой, Алис. Ой, смешное. Этот такой важный, ну надо же. Вообще. Самец тут главный. Ого, самый главный смотрит. А вот тот стоит, это второй, видимо, конкурирующий. Но он такой. Ой, кино, ну да. Что-то роется. Прыгает на вас. Ну ладно, давайте уже идти. Ну портрет же надо сделать, слушай. Давай. Ой, такой любопытный сидит. Сидит так, ага, надзирает. Посмотри сюда, я тебя сфотографирую, давай, красиво. Ну-ка. Угу. Он что-то не хочет никого видеть. Ну, он что-то нападал. О, пришел красавец. Что, есть хочешь? Ух ты. Пришел фотографироваться. Да, позирует. Такой важный. Ой, сейчас, извините, я... Ой, зевает. Клыки там ушла. Да. Рядом садись, Алис. Они хорошие. Вот. Ой, Алис, на маму. Смотри на маму. Красота. Да. Угу. Сиди, сиди, я тебя. Ой. Тише, не тащи. Обезьянка, повернись. Во, красавцы. Нормально. Если они думают... Я не знаю, кто это такие. Таких не видела никогда. Кунгуру, ты думаешь? Да нет, это не кунгуру. Нравится, как они расхищались. Смотри, павлины, много. Ой, их павлины. Здесь гуляет. По-французски это «па». Как? «Па». «Па». «Апа». «Апа». Павлин. Ага. И когда у них вот такие красивые. Красивые, да, такие прям переливаются. Нет, не иди вон тут. Она перышко берет, она не идет. Алис, слежай. Самые красивые перышки у них, конечно, в хвосте, но они их реже теряют, чем простые.
И перышко из хвоста павлина, говорят, приносит счастье. Упали.